Какие произведения Корнея Ивановича Чуковского вы помните? «Муха-цокотуха». Ага, Васильевна. Нет, я сейчас сразу не соображу. Ой, не соображу. А строчки помните из этого произведения? По лесу пошла и копеечку нашла, пошла муха на базар и купила самовар. Я не помню. Майдадыр. Да. Помните строки из этого произведения? А что-то там майдадыр. Сейчас, нет, подожди, я вспомнила. Чище, труба чисто. Вот, всё. А муха-цокотуха? Позолоченное брюхо, там что-то такое есть. Блин, купила самовар. Да. Вот, все, больше не помню. А еще айболит, а бармалей. Ну вот это да. Детское такое все. Все. Никакие не помню. Майдадыр. Айболит. Майдадыр. Тараканище. Строчки помните? Краденое солнце еще помню. А из этого произведения несколько строк? Опять нет. Опять мимо. Муха-цокотуха? Позолоченное брюхо, муха по полю пошла, муха денежку нашла, пошла муха на базар и купила самовар. Приходите! Как там дальше? По три чашки, таракашки, дальше я не помню. Много. Рассказывай. Не помню. Майдадыр. Майдадыр. Что еще? Бармалея, помнишь? Да, помню. Краденое солнце. Нет, этого не помню. А ты что помнишь? Тоже Майдадыр. А строчку можешь какую-нибудь прочитать? Честно, не помню. Какие произведения Корнея Ивановича Чуковского вы помните? Так, Петр. Говори. Тараканище. Майдадыр. Муха-цокотуха. Так. Федор на горе. Еще что? А какие строчки ты помнишь? Можешь нам прочитать из этих произведений? Ах ты страшный, ах ты грязный, неумытый поросенок. Ты чернее труба чисто, посмотри-ка на себя. Давай, продолжай. Не знаю. Тебя под носом. Не знаю. Стесняется. Муха-муха, цокотуха, позолоченное брюхо. Муха по полю пошла, муха денежку нашла. Пошла муха на базар и купила самовар. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие произведения Корнея Ивановича Чуковского вы помните? Очень много произведений. Например, «Майдадыр», «Краденое солнце». А строчки помните какие-нибудь из этих произведений? «Эй, вы звери, выходите, крокодила победите, чтобы жадный крокодил в небо солнце воротил». Майдадыр. А еще? Самое распространенное. Наверное, все. Муха-цокотуха. В том возрасте, в котором мы это изучали, автора нам не произносили. Но я вскоре повторю, у меня, как говорится... Вынужденная будет мера, поэтому мы заново выучим все произведения детских авторов. Литературу плохо читаю, не знаю, если честно. А в детстве мама не читала? Читала что-то. Майдадыр, помнишь? Муха-цокотуха. Да. Это помню. Можешь вспомнить строчки? Хотя бы несколько строк из этих произведений. Ой-ой. Блин. Да даже не знаю уже, если честно. А «Бармалей, не ходите в Африку»? Этого не знаю, это произведение. Не знаю. А мне почти не читали ничего родители. «Майдадыр», «Тараканище», «Федория на горе», по-моему. Тоже его произведение. А строчки из этих произведений помните? Так сейчас сходу прям нет, наверное. Не воспроизведу. Скажите, пожалуйста, какие произведения Корнея Чуковского вы помните? Вообще не помню никаких.